Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим Джаггернаута и Диффуза. Но вначале давайте я вам покажу, как у него работает ультимейт. Например, вот у нас есть Лич. Мы ультуем и наносим ему колоссальный урон. Но потом добиваем. Если у нас будет более-менее умный враг, он может купить себе или ветра, или госсептер. Давайте я вам покажу, как враг может увернуться от нашего ультимейта. Мы ультуем, враг использует ветра и в итоге избегает урон от нашего ультимейта. То же самое с госсептер. Ультуем, враг использует госсептер, ему все равно на нас. Я думаю, вы это все знаете, да. Теперь давайте ближе к самой сути. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, я стримил. И там у нас была вторая игра, у меня оставалось мало времени, потому что я много общался со зрителями. И у меня не оставалось времени на выбор героя. Ну, взял наугад Джаггернаут. Делал сборку по стандарту, там, фризы, мом и так далее. Знаете, и потом, короче, я подумал, меня осенило. Почему Джаггернауту не собирают диффуза? Почему? Я не видел такого на просцене никогда. А ведь этот итем великолепно подходит Джаггернауту. У него есть секрет. Давайте ближе к делу. Берем диффуза. Я думаю, понятно, да, что диффуза там сжигают ману, увеличивает ловкость. У нас увеличивается скорость атаки, у нас увеличивается урон. Это все понятно. Но самый главный секрет в том, что с помощью диффузов мы можем отменять эффект от ветров и госсептера. То есть враг нас законтрить не может никак. Если раньше враги нас контрили чем? Они просто покупали госсептер, им было все равно на нас. Я сам с этим сталкивался множество раз, когда играл за Джаггернаута. Враги покупали госсептер, все, моя ульта уходила в ноль. А с помощью диффузов мы просто отменяем эффект от госсептера. Давайте постараюсь показать. Мне неудобно, потому что надо будет сразу за двух героев делать. Ну давайте. Например, госсептер. Мы ультуем, лич входит в госсептер, мы отменяем, видите, госсептер. Все, и наша ульта проходит. Само собой, если вы будете играть за своего героя, вам будет легче сделать это все быстрее. Сейчас я переключаюсь между двумя героями. То же самое с ветрами. Смотрите внимательно. Ультуем, лич использует ветра, я нажимаю на лича, с помощью диффузов отменяю ветра. И мой ультимейт проходит. То есть, теперь мы с вами знаем, как можно обойти контр Джаггернаута. Просто покупаем диффуза, и нам все равно на ветра и на госсептер. Профит. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.